эфире служба новостей «Саров-24» в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем апрель и май 2020-го. Весна 2020-го запомнится нам первыми карантинными мерами, понятием нерабочих дней, уходом на дистанционку и перчаточно-масочным режимом. А еще тотальной самоизоляцией. На полтора месяца россиян закрыли по домам, а соблюдение изоляции контролировали полицейские. На тех, кто без уважительной причины выходил из дома, составляли протоколы. При появлении на улице надо быть готовым к тому, что сотрудник полиции может остановить вас и поинтересоваться о причинах нарушения самоизоляции. Для того, чтобы выйти из дома, саровчанин должен оформить заявку на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» и получить QR-код. Его стражи порядка сканируют для получения информации о перемещении. Полицейские ежедневно патрулируют дворы и городские улицы. Жители города должны иметь при себе соответствующие документы, QR-код, паспорта. Дойти можно до ближайшего магазина, аптеки, приобрести соответствующие товары, а также погулять с собакой недалеко от дома. Можно по QR-коду созвониться, сходить к родителям близким навестить. Если разрешения на выход из дома у человека нет, правоохранители рассказывают о правилах поведения в режиме повышенной готовности. На первый раз нарушители самоизоляции получают предупреждение. Полицейские составляют протокол, но не штрафуют. При повторном нарушении заплатить все-таки придется. За время рейда мы предупреждаем злостных нарушителей, наказываем. Желательно не собираться в группы, не распивать спиртные напитки. Сложнее всего объяснить принцип получения и работы QR-кода пожилым людям. Большинство из них не пользуются интернетом, смартфонами и компьютером, через которые можно оформить запрос на выход из дома. Полицейские надеются на сознательность пенсионеров. В очередной раз напоминают о том, что пожилые люди входят в группу риска. Впрочем, не только негатив принесла пандемия. Общая беда сплотила людей, и многие вышли на помощь согражданам. Например, весной житель Нижнего Новгорода привез в качестве благотворительной помощи саровчанам многоразовые маски. Мужчина сшил их сам и развозил по населенным пунктам региона. К акции присоединился актер, спортсмен, уроженец Сарова Олег Тактаров. Он решил помочь продуктами людям с низким доходом. Более 300 защитных повязок доставил в Саров благотворитель из Нижнего Новгорода. За 10 минут они разлетелись, как горячие пирожки. За масками пришли медицинские работники, волонтеры, многодетные матери. Наш город Нижегородской области стал первым, где стали раздавать бесплатные маски. Во-первых, мы смотрели, в каких малых городах, скажем, мы можем сделать это без какой-либо политической подоплеки, потому что многие спрашивают, за кого голосовать и так далее. Мы к политике никого не имеем отношения. Да, просто решили, скажем так, с малых городов, именно с вашего, начать и будем, скажем, курсировать по другим малым городам. Заниматься благотворительностью Искандер начал в период пандемии, когда обнаружил на прилавках магазинов и аптек дефицит масок. Молодой человек решил помочь нуждающимся и своими руками начал шить повязки. Решил просто проявить свою гражданскую позицию и показать о том, что вне зависимости от того, где мы с вами находимся, беда у нас общая. Вот. И решил, скажем, продемонстрировать, что если я своими руками, как мужчина, это могу отшивать, любой желающий может также отшить их, хотя бы если по две штучки будет раздавать, соответственно, уже будет намного, скажем, возможности приостановить эту заразу. Вместе с Искандером в акции принял участие российский и американский спортсмен, актер, общественный деятель Олег Тактаров. Он на свои средства приобрел продукты питания и отдал тем, кто в период пандемии оказался в сложной жизненной ситуации. Моя задача немножко другая, я мотиватор. Я мотиватор. То, что я там потратил, я для себя посмотрел, 10% я могу потратить на еду, ну и постоянно буду это делать. Прекрасный момент сейчас пришел, когда можно что-то сделать для своего общества, для своего народа. Также благотворители рассказали горожанам, как лучше пользоваться масками, с какой периодичностью их нужно стирать и как дезинфицировать. В планах у Искандера и Олега продолжать заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. В ближайшее время партию повязок отправят в город Темников. Пожалуйста, будьте такими. Пожалуйста, посмотрите на себя со стороны, что вы в этой жизни сделали, кроме складывания денег в кубышку. У вас сейчас появился прекрасный шанс. Вперед!
В начале эпидемии коронавируса одними из первых закрылись кинотеатры, но и после открытия большого притока зрителей не было. Мировые премьеры только осенью начали выходить в прокат, чтобы сохранить персонал и оборудование и исполнить все свои обязательства перед дистрибьюторами и другими партнерами, весной владельцы кинотеатров начали искать выход. Общероссийский социальный проект по производству многоразовых масок – идея генерального директора одной из сетей кинотеатров. В него активно включились все города, где развернута сеть, в том числе и Саров. Пошив необходимых средств защиты, сотрудники развернули как в офисах, так и на дому. Пока это единственный вариант для кинотеатров получить хоть какой-то доход и частично покрыть расходы на зарплаты, аренду и содержание оборудования. Насколько мне известно, мы как кинотеатр мы попадаем под какую-то субсидию, но сейчас это на уровне сейчас только разработки, пока что мы выживаем своими силами. Еще в конце марта закупили оборудование и материалы. Был выбран лучший образец, составлена технология пошива, единая для всех городов, где есть кинотеатры сети. Маски шьют из бязи в 3 слоя. Сначала мы нарезаем, проглаживаем, чтобы было проще, проглаживаем и делаем заготовочку вот этого тройного сложения. Потом мы это шьем, выворачиваем, опять отглаживаем, мы вставляем регелин, прошиваем карман, опять проглаживаем, потом я делаю складки, которые вот здесь посередине, мы опять проглаживаем. Готовый вариант опять проглаживают и запаковывают в отдельный пакет. На производство одной маски в среднем уходит 20 минут. Носить ее можно 2 часа, а после стирки использовать снова. По этому пути пошли и другие предприниматели, владельцы цветочных магазинов, фитнес-центров и прочие. Пусть и без торжественных речей, звуков военного оркестра и прохождения парадных расчетов и бессмертного полка, но День Победы состоялся. Впервые в истории страны он прошел в особом формате. 9 мая цветы к вечному огню возложили руководители города, ядерного центра и муниципальных организаций. Но ветеранов не оставили без внимания. Военнослужащие Саровской дивизии навестили их и поздравили с праздником. Впервые за всю историю празднования Победы в Великой Отечественной войне у мемориала павшим на полях битвы было так мало народу. Режим повышенной готовности не позволил провести масштабные мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы. Но отдать дань погибшим на фронтах за свободу и независимость Родины – это простая человеческая потребность. Цветы к вечному огню возложили представители городской думы, администрации, ядерного центра, военного комиссариата Саровской дивизии. Не было торжественных речей, песен военных лет и парадных расчетов. Праздник Победы обязательно отметим шумно и ярко, но позже. А пока поздравления ветераны принимали на дому. 9 мая сотрудники Росгвардии вручили подарки участникам войны. Ветераны заслужили этот праздник. Они ценой своей жизни, жизни своих товарищей, значит, эту победу принесли. Поэтому мы просто были обязаны как-то отблагодарить и сказать им большое спасибо за их вклад в эту победу. Соблюдая меры безопасности в масках и перчатках, они навестили ветеранов, подарили им бытовую технику, продуктовые наборы, цветы и передали поздравления от руководства Росгвардии. С праздником вас! С Днем Великой Победы! В честь 75-летия Победы каждый ветеран получил особенный подарок – армейский вещевой мешок, в котором в годы войны лежали самые необходимые предметы. Солдат всю войну прошагал всегда своим вещмешком, с той фляжкой не расставался, да, в которой иногда бултыхался там 200 грамм спирта, да, котелок, с которым он принимал пищу, какой-то ржаной хлеб, который был в обиходе, кусочек сала, сахара. Несмотря на почтенный возраст, ветераны встречали гостей при полном параде, в военной форме и с наградами. Для них 9 мая всегда праздничный день. В онлайн-формате прошел и последний звонок. В школах Сарова по-разному отметили окончание учебного года. Шумные линейки и концерты провести было невозможно, и решение о том, как выпускники отпразднуют окончание школы, не нарушая при этом режима самоизоляции, принимали их родители. Масштабный праздник прошел в онлайн-формате. Школа «Росатом» организовала для выпускников из городов присутствия видеотрансляцию. В прямом эфире виновников торжества поздравили Мальбек и Сюзанна, Глеб Калюжный, Мия Бойко. Артисты исполнили свои песни в специальной студии. Ведущий Дмитрий Бикбаев узнал у гостей, как прошли их школьные годы и последний звонок. Сюзанна, а ты помнишь что-нибудь из школьной поры? Я помню только то, что я покрасила волосы в красный цвет, выбрила висок, и я была в белом брючном костюме в двойке. Я не хотела очень платье, у меня был костюм,
и с рубашкой жабо. Это было эксцентрично, как для 2012 года. Зрители также смогли задать вопросы исполнителям в режиме онлайн. В общем чате выпускники устроили виртуальную перекличку. Видеоконференция торжественную линейку, конечно, не заменит, но школьники стараются не раскисать. Позитивный настрой сохраняется до последнего, но ожиданий было от него больше. И все-таки, наверное, каждый выпускник с начала 11 класса надеялся на нормальный последний звонок. Все-таки, что мы встретимся все вживую с одноклассниками, потом это все как-то отметим. Но получилось вот так. За самые лучшие вопросы и поздравления организаторы раздавали памятные подарки с символикой Росатома. Олег Ильичев считает, что, несмотря на обстоятельства, онлайн-праздник прошел на достойном уровне. Это очень забавно, так как я считаю, что как раз такой должен быть и последний звонок во всех школах, как у Росатома, потому что там все организовано, и смотреть приятно на тело. Ну, грустно от того, что ты не видишь... Не можешь сказать слова какие-то своим учителям, слова поддержки, что они промучились с нами 11 лет. Последний звонок в интернете – еще одна возможность для участников попрощаться со школой, вспомнить с одноклассниками лучшие моменты, проведенные вместе. Выпускники украшают комнаты, записывают челленджи, снимают видеопоздравления учителям. Фотографы 11 класса поздравляют учителей с последним звонком. И передают вам спасибо за терпение, труд, за знания. И как говорил наш классный руководитель: здравствуйте, спасибо, извините, до свидания. Картины великих художников из подручных средств. В условиях вынужденной изоляции в связи с коронавирусной инфекцией люди придумали новый флешмоб – изоизоляция. В ход шли не краски и кисти, а дети, питомцы, мебель, мамина косметика, игрушки, содержимое шкафов и холодильников. Весной жители нашего города запустили свой флешмоб «Третьяковка» в Сарове, который тут же был подхвачен любителями живописи, фотографии и других направлений искусства. Идея флешмоба возникла у саровчанки Светланы Львовой. Сначала она опробовала этот формат в семье. В проекте приняли участие дети. Для создания картины использовали подручные средства. Так, в картине Карла Брюлова «Всадница» девочка стоит не на балконе, а за гладильной доской. Да это и не девочка вовсе. Нужна была маленькая девочка, а у нас есть только мальчики. Но всегда есть на что подкупить маленьких детей. То есть, нет, я им показываю, что вот смотри, вот такая картина. То есть я им рассказываю истории. Им это, в принципе, тоже интересно. Картины для флешмоба выбирали по доступности интерпретации в домашних условиях. Делали фрагмент Рафаэля Сикстинской «Мадонны», там, где два ангелочка, так как у меня близнецы маленькие. Вот пришел такой образ. По словам Светланы, делать это несложно. Так, процесс подготовки и съемки занимает у них 15-20 минут, из которых большая часть уходит на подбор одежды нужных цветов. Сложности нет, было бы желание. Тут как бы вот хочется именно какого-то креатива, потому что, чтобы, ну, так... Достаточно бережно прикасаться к классике, скажем так, не оскорбить чувства искусствоведов. Проект очень быстро вышел за пределы семьи. Его подхватили подруги Светланы. От них она узнала, что есть флешмоб «Изоизоляция». Так Анна Мартынова примерила на себя образ танцовщицы с картины французского художника Анри Тулуза-Латрека и осталась довольна результатом. Ну, потому что это очень весело, во-первых. Во-вторых, это возможность вспомнить о своих прошлых путешествиях. Дама с шиньоном Пабло Пикассо, который он написал в начале 20 века, получила новую жизнь в образе Ольги Еременко. Это такое приятное перевоплощение в образ, изображенный великим мастером. Найти творение саровчан в соцсетях можно по хэштегам «Изоизоляция» и «Третьяковка в Сарове». Такой нам запомнилась весна ушедшего года, но вспомнить важные для вас события 2020-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в YouTube. Также все новости ищите в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, каким были прошлые июнь и июль. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году.